Икону великомученика Пантелеймона передали новосибирскому НИИТО. Этот святой небесный покровитель медработников. Икона старинная, меценаты выкупили ее из частной коллекции. Все подробности знают мои коллеги. Сегодня в конференц-зале НИИ травматологии и ортопедии освещают икону святого великомученика Пантелеймона. Меценаты выкупили ее у московского коллекционера для новосибирских медиков. Этот образ очень похож на тот, который делали в начале века в Афоне. Но так как с обратной стороны печати мы не обнаружили, поэтому мы не можем утверждать на 100%, что это именно афонская икона. Они, можно сказать, что это высококачественная живопись начала века и редкий довольно сюжет. И размер этой иконы говорит о том, что это церковная икона. Скорее всего, она находилась в каком-то храме. В НИИТО уже 77 лет помогают людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Внедряют новейшие методики, но не забывают и фразу, которую порой говорят про особо талантливых хирургов. Их руки направляет сам Пантелеймон. Великомученик святой Пантелеймон – это покровитель всех врачей, покровитель всех страждущих. И надеемся, что теперь он будет покровителем института. То есть у вас в кабинете тоже говорят? Да, у меня мой духовник из Афонского монастыря святого Пантелеймона подарил мне эту икону в 2015 году. С тех пор она у меня висит в кабинете и сопровождает меня во всех моих начинаниях. Мы сегодня не просто освещали стены, но мы просили у Господа благословить не только кто сюда приходит лечиться, но молились и за врачей, и за сотрудников больницы. Им тоже нужна помощь, им тоже нужна поддержка, и им тоже важно очень сказать слова благодарности. Новая икона теперь будет находиться в часовне Покрова Пресвятой Богородицы при НИИТО. Туда уже четверть века приходят помолиться о здравии и исцелении. Андрей Баев, Наталья Цопина, Родион Токарев, новости ОТС.